Иван Константинович Айвазовский – замечательный русский художник-марионист 19-го столетия. Талант – штука капризная, он выбирает человека случайно, без закономерности. У Айвазовского не было ни художественной семьи, ни денег на обучение в школе живописи. Но в истории еще не было художника, способного с таким мастерством перенести на холст все краски морской стихии. Главное – увидеть их. Практически все картины писались по памяти. А вот в картине «Дариальское ущелье» мы не видим привычного морского пейзажа, но с не меньшим мастерством и талантом живописца художник изображает горы Врата Кавказа. Острая по композиции, цвету, по бокам темно-зеленые горные охристые скалы, и наш взгляд скользит сквозь них, и открывается купающийся в лучах заката горный пейзаж. Картина строится на контрастно-дополнительных цветах. Удивительно красивая по краскам неба придает картине ощущение воздуха и перспективы, позволяя взгляду идти дальше. Горный пейзаж выглядит монументально и неповторимо.